что вся вселенная открыта для нас. Возьмите чашу терпения и налейте туда полное сердце любви. Бросьте две пригоршни щедрости и блесните юмора. Посыпьте добротой, добавьте как можно больше веры и все это хорошо перемешайте. Потом намажьте на кусочек отпущенной вам жизни. И предлагайте его всем, кого встретите на своем пути. У меня в руках два конверта, которые мы сейчас вскроем. Но прежде хотелось сказать несколько слов. Говорят, что встреча с девушкой, с женщиной в униформе – это контрольный выстрел в мужское сердце. Так вот, когда Андрей Евченко открыл залповый огонь в первом выходе по всем частям тела жюри, вот, совершенно было непонятно, кто же проиграет сегодня из этих медсестер. Спасибо вам огромное за начало этого марафона, в течение которого мы все-таки пришли к соглашению, честно посчитав голоса и определив победительниц сегодняшнего конкурса. Я добавлю пару слов. Скажу, что здесь никто не проиграл, все выиграли. Те, кто стоят на сцене, и те, кто сидит в зале, я думаю, что все было хорошо. Ну а сейчас мы объявим вместе с моим коллегой вице-мисс Краматорска, Дышлюк Екатерина. Номер 8. Номер 8. Аплодисменты, Дышлюк Екатерина. Она получает подарок золотой браслет от предприятия «Ювелир-сервис». «Ювелир-сервис» – самое коронное предприятие Украины. Интрига сохраняется. Кому же достанется титул «Мисс Краматорск-2009»? «Мисс Краматорск-2009» номер 1 Инна Шевченко. Инна Шевченко! Инна Шевченко, мисс Краматорск 2009. Аплодисменты! Инна Шевченко. Приз для мисс Краматорск «Ноутбук» вручает Юрий Гуд, директор агентства коммерческой недвижимости «Гуд». Здравствуйте все. Этот конкурс, как всегда, необычен. Он заканчивается всегда так необычно, как и начинается. Я до конца вместе с жюри не знал точно, как ляжет карта и кто победит. И в конце мы проголосовали. Лучше выступила и показала себя сегодня номер один. И я согласен. Первый раз на 100% жюри. Дарю этот ноутбук и поздравляю с победой. Инна Шевченко, номер один, мисс Краматорск 2009. Корону победительницы конкурса мисс Краматорск 2009 вручает мисс Краматорск 2008 Ирина Жарницкая. Ира, придется расстаться с короной. Давайте искупаем наших участниц. Давайте искупаем овации «Мисс Краматорск 2009».